Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Барбуса. Барбусы – активные, красивые рыбки, привлекающие внимание аквариумистов всего мира своей неприхотливостью. В естественной среде обитания их можно встретить в реках Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Для домашнего содержания наиболее популярны такие виды барбусов, как сумастранский барбус, огненный барбус, вишневый барбус. Большинство видов барбусов назвать миролюбивыми существами очень сложно. Они любят поругаться как между собой, так и с другими аквариумными рыбками. Не переносят медлительных рыбок, рыбок с длинными плавниками, а также те, кто меньше их по размеру. Могут наброситься на них и покусать. Барбусы – это замечательные рыбы, и, наверное, надо говорить о них вот. Как? Это прежде всего мини-карпы, то есть маленькие карпики, которые прекрасно живут у нас в аквариумах. Барбусы – это активная подвижная рыба с очень таким ярко выраженным темпераментом. Они любят образовывать стайки, нападают этой стайкой на кого-то. Есть мирные и спокойные барбусы, это только один вид, вишневые. Они не повреждают растения, и можно рекомендовать их в общий аквариум. Во всех остальных случаях барбусов лучше содержать отдельно, в барбусятниках. При уходе за барбусом стоит помнить о том, что эти аквариумные рыбки предпочитают мягкую слабокислую воду и приглушенное освещение. Также им необходим просторный аквариум для своих активных перемещений. Оптимальная температура воды для содержания барбусов составляет от 23 до 27 градусов. В плане еды барбусы непривередливы. Для кормления рыбок можно использовать как живой корм, так и заводские гранулированные корма. Барбусы любят поживиться растительностью, и если растительной пищи для них недостаточно, то они начинают поедать зелень аквариума. Эти рыбы предпочитают температуру воды до 27 градусов. Они всеядны, то есть поедают как растительные корма, так и замороженные. Хлопья, гранулы, все будет съедено. Средняя продолжительность жизни барбусов составляет 3-4 года. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!